просто люди. Ну, да я просто рандомно пишу. Кому-то наоборот нравится. Так, у нас инлайн-групп и HSBC на поле инлайн в желтых майках, черных шортах. HSBC в форме черного цвета. Очень быстрое начало по первым мгновениям. Поединка, понятно, что обе команды будут включать скорости. Встречать друг друга будут довольно высоко. Инлайн для HSBC всегда был не самым удобным соперником. 4 матча сыграно, 2 победы инлайн, 1 ничья и всего лишь 1 победа HSBC, и то с минимальным счетом 1-0. Так что HSBC для инлайна не является беспрекословным авторитетом. Не самые длинные скамейки HSBC с инлайном, но это только первый тур. Я так думаю, что селекция будет проводиться еще по ходу сезона. Наверняка новые игроки будут появляться. Пытается бить поворотом. HSBC уже с первых секунд. Ну, сразу я не пойму, что стыдно, на кого мяч. Забрасывать вратарю. HSBC сразу ставит под удар. Инлайн сегодня первый матч проводит, HSBC мы сегодня на площадке видели. 0-3 поражение от Русал, но зато такая волевая победа над HSBC, напомню, 3-2, и HSBC на протяжении всего матча в счете уступал. 2 мяча удалось забить на последние минуты. Много комбинаций HSBC мы уже увидели в эти первые минуты. Всего несколько HSBC на скамейке, но все равно стараются дать возможность поиграть абсолютно всем. Может быть, уже слишком затянули с такими подготовительными передачами без обострений. Но вот наконец-то перешли через центр. Вратарь мяч надежно взял в руки. Крушение в центре, здесь не нужно было находиться рядом с местом развития событий для того, чтобы увидеть этот фол. Ну, естественно, карточку не тянул. Сегодня у нас, в принципе, не очень много было грубых нарушений. Здесь ворот!
Ремнев с линии поля водит мяч. Ух, какой удар. Может быть, на то и был расчет. По Буду мяча заметно, что вратарь у инлайна умеет играть руками. И явно он не из тех голкиперов, которые приходят в мини-футбол из большого футбола. И очень характерный вот мяча. Ну и здесь тоже дальний удар, я думаю, что больше на угловой игрок надеялся. Вряд ли рассчитывал, что удастся забить эту позицию. Черемухин пришлось сыграть ногами. Здесь фол. И очень быстрый инлайн разыгрывает. Все больше нарушений в этом матче. Такие, конечно, рабочие моменты. Считается, что если удалось сорвать атаку без получения желтой карточки, то это действие удачное. Но надо помнить, что у нас за перебор полов 10-метровые штрафные удары. И ну, по такой равной игре это может стать фактом решающим. Очередная ошибка у HSBC, за такое, конечно, надо наказывать. Угловой инлайна. Сохраняют для себя мяч. HSBC сейчас, кажется, не торопился Черемухин с вводом мяча. Давал возможность товарищам в команде отдышаться. Ну и надо помнить, что это третья игра сегодня у HSBC. Две предыдущие были очень энергозатратными. Борец остроумный заброс верхом. Три в два инлайн пошел вперед. Черемухин снова через все поле бросает. Вот-то гол, когда казалось, что пора уходить на перерыв, и все самое интересное ждет нас в следующем тайме. Вот, по-моему, первый сегодня гол после розыгрыша стандарта.
И далеко не первый сегодня так называемый гол в раздевалке. Первый пас вперед всегда. И вот сейчас не хватало еще и второй пропустить на исходе тайма. Ну, кажется, что уже перебарщивает HSBC с постоянными забросами в чужую штрафную. Пусть подумают об этом во время перерыва. Второй тайм уже хорошо знакомый нам HSBC и инлайн-игру, которую мы начинаем вспоминать и узнавать. Ну, пусть изменился у них состав с момента прошлого выступления в нашем первенстве, но все равно знакомых лиц много. Сереж, что стал Единственный пока гол на 10-й минуте забил Денис Афонин. Передачу на свой счет записал Александр Васильев. Ну и ЧСБС сегодня отыгрываться не впервой. Теперь игру ЧСБС против МКП мы в качестве примера будем вспоминать довольно часто. И снова через все поле бросает мяч HSBC. Ну как-то надо уже по-другому атаку начинать. И очередной заброс. Ну, может быть, это работало, если бы HSBC постоянно и очень высоко прессинговал, но с прессингом-то тоже есть определенные трудности. Очень много остановок в игре, неважно, мяч держится в поле, и, ну, конечно, это сказывается на общей зрелищности и динамике игры. Ну, забитые мячи здесь, в принципе, здесь это такое получается непредсказуемо. Интрига, как в «Игре престолов». Если кто-то на определенный момент времени является главным героем, это не значит, что в следующую секунду он падет. Вот один из немногих пылевых моментов это ЧСБС, и то назвать его таковым можно с очень большой натяжкой. Ну, просто удалось сделать передачу в штрафную онлайн. Ничего особенного. Ну вот здесь уже по-настоящему опасно. Три в три. Инлайн на чужой половине.
еще и отличную реакцию показал. Явное нарушение правил. Ну, конечно, сейчас игроки Инлайна просят желтую карточку, но вместе с этим попросили еще и тайм-аут для того, чтобы обсудить, что будут делать с этим штрафным. Итак, что буду делать, обсудили. Теперь самое время продолжить игру. Сейчас стенка отодвинута, один человек сегодня находится. И еще один футболист защищает угол ближний. Любопытный розыгрыш. Стандарта у HSBC опять заброс. Мяч. Арбитр дает отсчет сразу, как только мяч находится под контролем футболиста, и он может ввести его в игру. Снова мяч из аута будет вводить инлайн головой. Время сейчас играет на инлайн. Ну, есть возможность с судьей поговорить о правильности принятия им решений. Но здесь переубедиться, это, конечно, будет очень сложно. Интересная передача пяткой, самое главное, что прошла. Вот он так назад, не глядя, через спину. Все меньше времени остается до финального свистка, и пусть HSBC сегодня удалось единожды отыграться, может быть, стоит задуматься над тем, чтобы попробовать мяч поконтролировать, чужим воротом побить, потому что вся вторая 10-минутка без моментов у HSBC. Играет еще 2 минуты 20 секунд. И здесь удар и гол. 2-0. Ну, не хватает разнообразия HSBC и плодотворной дебютной идеи. Получается, что просто они инлайну отдают мяч, а потом просто обороняются.
оборонялись, получилось, бросает его вперед и сразу его теряет. Понятно, что такова тренерская установка на игру, но если 20-30 таких забросов не проходит и даже нету намека на то, что кому-то удастся за мяч зацепиться. Значит, что явно что-то идет не так. Да, если ЧСБС на старте сезона потерпит 2 поражения в 3 матчах, это станет некоторой неожиданностью, как минимум. Мы не будем называть это кризисом, но серьезными проблемами. И сразу отцеплять ЧСБС от чемпионской гонки. Сегодня вообще день такой непредсказуемый. Оказывается, сейчас помощь будет игроку, и матч обязательно продолжится. 2-0 для HSBC. Совсем не приговор, так что посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует...